Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Карина. Сегодня я вам покажу свои очередные покупки и находки из секонд-хенда. Сегодня будет именно 5 футболок. Вы знаете, что в секонд-хенде, кстати, можно найти довольно-таки оригинальные футболки. Как раз они только там и продаются, как мне кажется. У меня сегодня 2 оригинальные, такие нестандартные футболочки и несколько футболок базовых. Если вам эта тема интересна, продолжайте смотреть. Но перед тем, как начать видео, я хочу напомнить, что если вы желаете выиграть несколько фирменных вещей, я провожу конкурсы, так что подписывайтесь на мой канал, потому что вот-вот скоро будет конкурс сентября, там будут 3-4 вещички каких-то фирменных, я выберу для вас, и вы совершенно бесплатно сможете себе их приобрести. Участвуйте в конкурсах и подписывайтесь на мой канал. Ну что, поехали. Первое, с чего я хочу начать, это теплая футболка. Я не знаю, слышали ли вы что-то о теплой футболке, но вот, познакомьтесь. Это 100% катон, она довольно-таки плотная. Единственный минус, большой минус, то, что к ней много чего прилипает, а именно моей кошке шерсть. Очень сильно прилипает, и мои волосы тоже, ну, короче, к ней все липнет. Мне нравится то, что здесь есть такая бахрома, это, кстати, одна из оригинальных моих футболок, о которых я говорила в начале. А здесь есть интересная такая бахрома, за счет этой бахромы только я ее приобрела. Это неизвестная фирма какая-то, Валлис, по-моему, или Воллис, Веллис, как-то так написано, непонятно, в размере 16, но мне в этой футболке комфортно. 100% катон, еще раз повторюсь, это натуральная ткань, и мне нравится, что в ней реально комфортно и тепло. Вот что немаловажно, начало холодов, она как раз будет меня очень сильно выручать. Приобрела ее вообще за копейки, примерно около 2 долларов она мне стоила. Вот, я довольна покупкой и буду с удовольствием ее носить. Следующая футболочка, я ее уже успела полюбить, и очень-очень часто я ее ношу. Это вот такая вот футболка в полосочку, можно сказать, базовая вещь, но это не натурально. Здесь вообще натурального ничего нет, это идет полностью полиэстер. Мне в ней тоже очень комфортно, даже несмотря на то, что она немножко такая короткая, укороченная. Вот, безумно клевая футболочка, тоже мне обошлась копейки, тоже около что-то около 2 долларов. Нужно знать, когда ходить в эти стоковые магазины, там завозят довольно неплохие вещи, футболка вообще без всяких дефектов, я все вещи покупаю без всяких дефектов, они все буквально новые на вид, да, вот это реально сток. И базовые вещи мне довольно-таки нравятся, что не нужно часто ломать голову, что надеть. Следующая футболка понравилась моему мужу, мне, в принципе, она тоже уже понравилась, потому что поначалу я так сомневалась, брать ее или не брать. Это удлиненная футболка вот такого вот спортивного стиля, вот, с надписями. У меня, кстати, первый раз вот такая футболка, где много-много разных надписей. Это Miss America в размере XL, она, кстати, была немножко дороже, она мне обошлась что-то около 3 долларов, вот, но все равно это того стоит. Оригинальная футболочка, ее, кстати, я иногда ношу дома, просто так, как удлиненная такая футболка, как трэп-платье. Вот, мне в ней тоже комфортно, потому что здесь натуральная ткань. Мне такой вырез очень сильно нравится. И, кстати, цвет, этот бордо, винный оттенок, он хорошо подходит брюнеткам. Так что я тоже довольна покупкой и буду с удовольствием ее носить. Я ее оставлю, никуда не дену. Просто так, можно даже просто до дыры ее сносить. Может, кто-то помнит, я недавно буквально показывала, в начале лета, недавно буквально, показывала видео в своей покупке, которые я купила в торговом центре. Я искала базовые футболки, и тогда я вам показывала, по-моему, 5 или 6 базовых футболок белых, в полосочку тоже была футболка, и одна черная. Те футболки были по скидке, и они были из натуральной ткани, и они были более-менее свободные, как раз они такие, некоторые даже оверсайз были. Может, кто-то помнит, там еще был рисунок инопланетян нарисован был. Вот, если что, ссылочку я оставлю здесь, переходите, я же могу здесь ссылочку оставить точно, что я мучаюсь, объясняю вам, переходите, смотрите, кто еще не видел. Так вот, эти футболки, они крутые, клевые, я их носила довольно часто, некоторые часто, некоторые не очень, некоторые мне уже разонравились. В итоге, о чем я хотела сказать? Я хотела сказать, что я все-таки искала футболки базовые, но чтобы они были немножко облегающие. И я вот как раз в секонд-хенде нашла хорошего качества 2 футболки базового цвета, и они облегающие, и они еще очень хорошего качества. Я еще раз повторюсь, они очень хорошего качества. Вот такая первая футболочка, которую я хочу вам показать. Атмосфера. Такое ощущение, что атмосфера шьет чисто для секондов, для стока вещи. Вот реально, вот там, где я покупаю, там в основном это H&M и атмосфера. Так, вот такая вот базовая футболочка телесного цвета. Здесь очень хороший состав. Она
очень приятная к телу, в ней комфортно, и мне кажется, что зимой в ней не будет холодно и летом не будет жарко. Здесь получается 95 катона и 5 эластана, вот за счет того, что она тянется. Мне очень нравится такой состав, довольно комфортный, приятный, с удовольствием буду использовать как базовая футболка под какие-то кардиганы, так как сейчас уже скоро будет так, довольно прохладно. Вот. Нравится такая футболка, и за счет этого я себе там же нашла футболочку черного цвета, это уже более такая универсальная, более стандартная, тоже 95 идет процентов катона и 5 эластана, тоже она идет в обтягон, как я говорю, в обтяжку. Мне в ней комфортно, я знаю, что некоторым девочкам покажется, что под мышками где-то там что-то сжато, значит она маленькая, ничего подобного, нигде мне ничего не давит, не жмет. Просто вот так она в обтяжку сшита, я не знаю, вот такой размер мой идет. Тоже эти маечки мне обошлись довольно-таки дешево, около 2 долларов стоила вот это. И вот это тоже примерно около 2 долларов, потому что я покупала их в один день, и как раз была определенная одна скидка в том магазине. С удовольствием буду таскать, как раз даже и под свитер можно, если будут совсем морозы, морозы минус 20 уже зимой. Но я думаю, к зиме мы еще гардероб 300 раз с вами поменяем. Правда, обязательно буду снимать вам, что буду находить уже на такие холодные времена. Я не знаю, какие-то свитера, возможно, удлиненные. Я очень хочу хороший качественный свитер удлиненный. Возможно, будут какие-то новые покупки новых вещей. Не обязательно секонд-хенд. Тот, кто меня давно смотрит, вы знаете, что я не только секонд-хенд ношу. Вот. И некоторые очень сильно меня жалеют, почему я покупаю секонд-хенде. Вам очень меня жалко. А на самом деле я вам скажу, что мне это просто нравится. Я в силах себе купить новую вещь, но мне нравится находить что-то вот за такие смешные деньги. Я вот купила 5 футболок по цене одной из бутика. Это очень интересно и реально это затягивает. Так что, ребята, не стесняйтесь ходить в секонд-хенды, потому что сейчас уже секонд-хенды не те, которые были раньше. Вы сможете там найти довольно качественные, даже новые вещи и по очень-очень смешным ценам. Так что ходите в секонд-хенд и ни на кого не обращайте внимания. Но я все равно дам вам такой совет, что обувь, нижнее белье, какие-то там колготы, это все должно быть новое и желательно качественное, потому что это ближе к телу и это наше здоровье. Вещи секонд-хенда можно выстирать, постирать без проблем, тем более сейчас секонд-хенды более новые, их больше называют стоками, и это не столы, где нужно рыться, это там, где у вас все висит на вешалочках, как в обычном, не знаю, торговом центре, и реально нет такого запаха, как вот как раз на тех столах. Просто знайте, куда нужно ходить. Вот такие покупки у меня были в очередной раз. Если вам видео понравилось, поставьте палец вверх, если нет, палец вниз, подписывайтесь на мой канал и не забывайте участвовать в моих конкурсах. Я думаю, что много кто не откажется от халявных вещей, и не от одной вещи, а 3-4. Так что подписывайтесь на мой канал и следите за конкурсами. Всем пока-пока, до новых скорых встреч!